Но на самом деле реализованный алгоритм не сильно отличается от правильного. Чтобы получить оптимальную укладку рюкзака, нам нужно перебирать вещи не в том порядке, в котором они заданы, то есть фактически в случайном порядке, а в порядке увеличения соотношения цена-качество. Давайте отсортируем вещи перед тем, как класть их в рюкзак. Итак, прежде всего реализуем функцию, которая будет по вещи возвращать ее соотношение цена-качество. Отношение цена-качество вычисляется как отношение цены вещи, то есть ее веса, деленное на ее качество, то есть ее стоимость. Так как отношение нужно брать в вещественном типе, то нужно сперва один из аргументов привести к вещественному типу. Теперь используем написанную функцию для того, чтобы отсортировать вещи. Используем стандартную функцию stdSort из заголовка алгоритм, который у нас уже подключен. Сортировать нам нужно все вещи от начала до конца. А в качестве компаратора мы будем использовать лямбда-функцию для того, чтобы не писать отдельную функцию. Компаратор принимает две ссылки на item и должен вернуть true, если первый из айтемов должен всегда идти раньше, чем второй. Это так, если его profit строго меньше, чем profit второй вещи. Так, проверяем, что программа компилируется. Ну, теперь хорошо бы ее проверить на каком-нибудь тесте.